Всем привет, дорогие друзья, с вами LG. В прошлый раз мы закончили на... тем, что мы поставили генераторы и каким-то чудом их запустили. Вот. Давайте же продолжим сейчас. Собственно, соединим их проводом индастриаловским, сверхпроводящим, и поставим герметичный. Все, как видите, есть даже аналог индастриаловскому проводу, который прекрасно присоединяется к нему, как неудивительная странность. Так, и вот, собственно, наш кабель. Так, давайте мы зарезиним немножко его. Так вот. Можно, конечно, поставить Immersive Engineering для более красивой картинки, качественной. Ну, ладно, уже не будем вдаваться в мелочи. Просто сделаем вот так вот. Стоп, это не требуется ничего, я так понимаю, да? Требуется лишь вот так. Собственно, энергия есть. Давайте поставим здесь какой-нибудь генератор. Не полностью заполненный. Так, здесь почему-то, кстати, нету света до сих пор. Непонятно мне, почему нету. Так, и давайте поставим здесь какой-нибудь. Во-первых, нужен нам энергетический модуль хранилища кислорода есть. И вот есть модуль хранилища энергии. То есть нам, собственно, нужен именно он. Модуль хранилища энергии. Как бы он выглядит вот так и будет ставиться вот сюда. Так, правильно я делаю? Или зелененькое это принимать, а красненькое это отдавать. Да, я перепутал, дорогие друзья. Это наоборот. Если поставить вот так вот хранилище энергии вот таким вот образом, то он начинает принимать. Да, 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 нет. В чем дело-то, я не понимаю. Провод, что ли, или что, не работает? Ладно, не суть. А давайте... Сейчас все равно, я все равно так оставлю. Так. Хотя, ладно, в принципе, мне не суть, как бы. Давайте, это я сделаю за кадром уже, ну, тут немножко. Так, дорогие друзья, я разобрался, я неправильно подключал. Вот сейчас уже я все настроил. Сейчас у меня работает, собственно, два генератора. Сейчас все уже хорошо. Надо бы заметить, конечно, эти досадные неприятности, так сказать. Так сказать. Вот, в АЕ, конечно, есть такая классная штука, как закрыть все это дело, как бы, каркасами. Ну, ладно, здесь такой рёсиськощи нет у нас. Зато есть хранилище кислорода, которое может принимать кислород. Я надеюсь, его закачивать. Ну, соответственно, да. Оно как и здесь получает кислород, так и тут. То есть кислородные сборщики работают у нас чудесным образом. Ну, следственно, что они смотрят не на нас, это, конечно, не очень этично и красиво. Ну, дело в том, что хранилище кислорода я, наверное, буду ставить все-таки не здесь, а вот и не здесь буду ставить генератор, ну, хранилище энергии, как скажем. Вот буду ставить... Ну, как бы, даже лучше его будет поставить, наверное, вот тут вот. Да, вот так он будет, конечно, лучше всего стоять. И отсюда уже можно будет из него забирать энергию. И здесь, соответственно, один модуль кислорода аналогично. Так, так будет красивее всего. Так, 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 и не надо ничего ломать тут. Потому что это все-таки жилой модуль. Это нам все не нужно. Так, и нам нужен теперь кислородный, соответственно, уплотнитель, который будет подключен к сети и к той, и к той. И, соответственно, мы его сделаем вот таким вот образом по верху. То есть он будет сделан, установлен таким образом, что с одной стороны вот к этой, с этой к нему будет кислород подходить, с этой будет подходить топливо. Так, давайте мы подключим сейчас его к топливу. Ой, к энергии. И подключим его к кислороду с вами. Вот таким вот образом, такая вот у нас получается, как бы.
Так, ну все, вот статус уплотненный. То есть сейчас здесь можно уже, в принципе, без костюма ходить и без всего. Так, энергии у нас достаточно, и кислорода у нас достаточно. Попробуем еще, конечно, поставить. Вот сейчас у нас землю видно, землю видно, землю видно. Поставим, попробуем, конечно, потом еще так называемый солнечные батарейки. Вот и посмотрим, как они будут работать. Так, ну что ж, собственно, за эту серию мы уже неплохо поработали. Достроили наконец генераторную, я разобрался с ней. Давайте еще придумаем что-нибудь сейчас и построим под него площадочку. Хотя нет, давайте просто не будем. Нельзя настроить. А вот это сама типа настраивается, я понял. И давайте на нашем энергетическом модуле, собственно, установим еще и солнечные панели. Как бы такие вот. Чик. Чик. Сколько их у нас получается штук? Вот так. Поставим еще одну. Вот так поставим. Вот так поставим. Вот так. Еще через две. Еще через две. И еще через две. Так, сейчас у нас на восход настроены. Только чувствую, что мы падаем все время куда-то, потому что... Видите, как небо крутится? То есть, как бы мы вокруг Марса крутимся. Вот. Такое вот чувство возникает. Начинает возникать. Так, давайте подключим их сейчас все к внутренней сети нашей. Таким вот образом подключим. Вот таким вот образом подключим. Так, я сейчас сломал все держатели. Лады. Так, лады, лады. Так, и, соответственно, подключим систему. Вот так вот. Ну, пока что мне и топливных генераторов хватает, но наши, собственно, солнечные генераторы уже готовы. Ну что ж, а это была 6-я, или что? Нет, 7-я серия выживания, как бы. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я буду очень доволен, если вы также вступите в группу. Еще раз напоминаю про группу. Ссылочка на экране. Всем спасибо, всем пока. Пока!